впервые за историю ДВФУ в корпусе С пройдет всеобщее посвящение в студенты. Очень много народу, вокруг нас музыка, прям так и хочется скорее подняться в зал и начать танцевать. Поэтому, если тебя здесь не было, смотри, что ты пропустил. Привет, скажи, как тебе мероприятие? Ожидания оправдались? Оправдались очень сильно. Я прихожу, тут дофига народу. Ну, и для меня это неожиданно уже в первую очередь. Я хочу сказать, что вот эта туса, вот это посвящение ничем не уступает самым пафосным клубам Владивостока, Хабаровска и всего Дальнего Востока. То есть я ожидал немножечко пониже уровень, но я пришел сюда и убедился, что все реально, и ДВФУ может организовать стоящее мероприятие. Вообще очень нравится. Мы очень давно хотели пойти на эту вечеринку, так как здесь очень много людей, очень хочется познакомиться с новыми людьми, с разными школами достаточно. Скажи, почему именно ДВФУ? Я очень долго на эту тему думал. Я могу, конечно, привести целую лекцию насчет того, что я выбрал ДВФУ. Но я скажу, что это не Питер, и это не Китай, и это очень хорошо. Здесь бюджет есть. Просто захотел, Владивосток понравился город. Потому что это самый классный универ. Я сам из Хабаровска, вот, у меня 5 вузов, в которых есть реклама и связи с общественностью, и только в ДВФУ ближайший вуз, вот. Ну, еще потому что пообещали крутые номера, и как бы на берегу моря, я море никогда не видел, хотел посмотреть на море, приехать, вот. Отличное место, не ожидал тут такого, мне очень нравится, я тут, наверное, на остальные 6 лет поселился. Веселье уже заканчивается, а впереди несколько месяцев упорной учебы и первая сессия. Поэтому мы желаем всем первокурсникам не сдаваться, пока не сдают нервы преподавателя.